Здравствуйте, приветствую вас на своем канале «Мой сад». Вот и настало время уезжать из прекрасного солнечного города Анапа. Хотела вам показать небольшой, так сказать, растительный парк, который разбит на территории железнодорожного вокзала. Здесь растут фикусы Бенджамина. Сделаем просто небольшой обзор. Рео. Гибискусы, вот красные, большие, простые, но очень красивые, как я уже и говорила. Лианы здесь есть, птички чирикают, поют. Кактусы, монстера, вот такая большая, огромная монстера. Вот, вот цветочки, попугайчики сидят там наверху. Рео. Никогда не знала, что Рео цветет, оказывается. Но он цветет. Вот. Дома буду теперь добиваться тоже его цветения. Вот. Что это за цветок? Очень интересный, очень красивый. Дальше. Лотосы. Лотосы, черепашки настоящие там. Вот разные растения, лианы. Даже там дальше маленькие фиалки стоят. Большие-большие огромные пальмы до самого потолка. Вот они уже уперлись, им уже некуда расти. Потолок весь стеклянный, поэтому света для всех растений хватает. Вот такие большие фикусы, каштаны. Кактусы, березки. То есть вот там разные фикусы, но очень красиво. Конечно, картинка останется у нас надолго, это перед глазами. Кролики, попугайчики. Вот еще один белый альбинос, как у меня дома. Дома точно такой же кролик у нас сидит, но поменьше размером, правда. Вот, будлея еще есть. Вот она цветет, она потом вся-вся будет в цвету, в синенький вот такой вот цветочек. Спатифилумы. Такие обезьянки здесь ползают. Но тут прям такое чувство, что тут прям вот сейчас вот возьмут и выпрыгнут из этих кустов обезьяны настоящие. Потому что вот такое ощущение, что действительно... Что-то тут живое ползает, лазит, бродит, ходит. Вот. Эухарис, лилия. Вот опять этот цветочек красивый. Кто знает, напишите, что это за цветок. Такого я не видела. Он нежно-нежно розовый, сиреневый. Папоротники есть. Потом герань, наверное, тоже она цвела. Плющи разные, которые цепляются и лазят прям по веткам деревьев вверх. У них образуются щупальца, у них есть присоски. Вот такая красота. Получился, то есть, такой симбиоз, так скажем, различных растений, которые собраны все воедино на территории здесь железнодорожного вокзала города Анапы Краснодарского края. Так, отдых у нас удался. Желаю вам тоже хорошо отдыхать в летний период. И до встречи на канале «Мой сад». Всего вам хорошего, до свидания.